Так, там. Костя. Я уже зашел. Вода. О, у меня 2,5 часа до рождения. Вода. Еда. Так, хилки есть. Броня. И желательно не кинза. А мы в эту не пойдем в радиацию? Пойдем, но сейчас мы пойдем в пещеру в синем биоме. Сейчас я тогда свою боевую броню. Ну, сейчас я быстро интернет перезагружу, а то пидарас меня будет так нервничать. Все, я нашел вход. Хорошо. Вот спящая улитка. Нормально. Какого она уровня? Сейчас. Когда на стих крабики прыгают из воды. Прям. Текс. Сырит тут угрей. Она проснулась. Это про кости или про улитку? Про улитку. Конечно, помимо. Ты нас слышишь, Дим? Да. Ну, не, как вы летаете, нет. А, ну это хорошо. Это плохо. А что далеко? Но он нас слышит. Ну, он не слышит. Я понимаю, он слышит нас, но не слышит наших дрейков. Я это понимаю. Опа! Розовая анкила. Или мне кажется. Это не анкила. Анкила? Нет, это не анкила. О, бля! Опа, вон анкила. Вон она такая ядовитая, фиолетовые эти. Фиолетовые иголочки. Это про нее ты говоришь? Там красненькие должны быть. И зеленые. Не, значит. Там две анкилы. Не. Так, ну что, поплыли? Прям вниз. Да, вон там вот в эту большую дырку. Большая. Так надо только баллон надеть. Не забыть. Баллон. Да, кстати. Ты такие умные, как? Взяли баллоны и пошли. Так, баллоны с нами есть, он нас спасет. Большая дырка, чё ты... И не ваша хуйня. Ой, пошла прогрузка пещеры. Ой-ой-ой-ой. Ай. Помогите. Ну. Том, чтобы застрелить. Вот, все сюда. Эй, так, ох, всплываем. Красивенько. Подожди, Костя, ну что ты ломишься? Ой, извините, я после ладно, этого. Ладно, ничего, проходи. А, вот куда? О, за нахер? Ой, я не пойму, как проплыть. Я не влезаю. Там чего вниз, потом надо, наверх. Ниже надо. Так, наверное, прямо здесь вот я оставлю где-нибудь в крови. Ну что? Джеронимо? Да. А что? Джеронимо! А что, не надо? Наверное, нет. Я могу закрепить. Ой. Начинается. Так, а пока выключу тогда. А, нет, подбежим, он не ловит. Тоже включить тогда? Ой. Так, а вот здесь скреп будем сейчас. Безымянный занят. Костя. Ревник убежал.
Вот он, этот вид. Сейчас надо будет одевать кубы? Пока нет, вроде. Надо понять вообще, в какую нам сторону идти сейчас. Ой, орёт, орёт! Аниги, Аниги орёт. Такой, как Дима. Кстати, похоже на... Ну что, отстреливаем, наверное? Ну, тату всякую шнегу. Ну, посмотрим. Да, они только вроде справляются так. Понять бы. А дальше что? Тут вот еще вода. Кстати, беда. Ой. Ой, не лезь, блин. Так, ну это назад мы... А, не, подожди. Там он... Мы это с другой стороны, мы с другой стороны. Можно прыгнуть, попробовать. Ой! Кубу, нет? Интересно. Пока нет, я наверное. Не... Хотя... Наверное, все-таки... Стоит. А я попробую по скале забраться. Не получилось, я тоже на кирках. Как быстро он сдался. Да. Не я быстро сдался. Байоник мне сказал, чувак. А вот подводный проход. Медуза, медуза. Крокодил. Медуза. Крокодил, крокодил. Ловим мы. Медуза, блядь, сзади. А-а-а, бежим, 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 бежим. Помощь. А, все, все нормально, все нормально. Крабы добить может. Еще медуза. Ну, крабы схватить могут. Лучше не надо. Петру. Ой, я пошла отсюда. Угри, угри, угри. Тут уже выход пошел. Блядь, ой, бля. Таких я не вижу, этих ублюдков, которые, сука, отжарят и потом. Убегают. На правую кнопку на них хорошо работает. О-о-о. Буду знать. Так, вспомнили бы, куда идти. Ой, блин, если что, ножа будет. Ой, блин. Ну, пиздец. Там еще дальше а можно ходить. Блин. Сколько здесь синих кристаллов? Надо будет похарить. Так. О, блядь, краб вышел из пещерки. Это рейдовый босс. Все, пизда. А, блядь, я только винтовку взвел. А, из брёвней что-то стрелять можно. Тут куча медуз прям. Очень. Брёвней. Бля. Брёвней с вами. Ой, меня скинуло. О, блин, меня отбалили. Ух, бля. Нет, не хочу умереть. Нет. Фух, спасибо. Пожалуйста. Такси Сибири, на связи. Угри, очень много угрей. Очень. Все, пиздаем. Дима, продолжим. Крабы. Я думал, ты как... О, блять, я думал, что это за... Помню, мы были. Да, 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 да. Это, кстати, похоже уже близко. Да, да, да. Он поверхность. Так, это убили, там еще одна и угри. Так, надо сначала медузу. Так, где четвертый бренд? А вот все артефакт. Чё? Быстренько.
Помню, что выплывали ли мы каким-то другим путем, и там что-то вообще жопа. Очень долго шли прям. А вышли очень быстро. О, блин. Здравствуйте. Жопа краба. Или жопа краба. И так это хорошо. Так, опять там барионик какой-то слева, но он который не агрится. Нужно проплыть. Это я был. Боюсь, что нет. Так, вот сейчас опасно. Очень. Так, я убил. Плывем дальше. Засада. Не вылазит из щелей. Сволочи. Так, я выбросил. Я тоже. Ну чё, бля? О, а я не видел. Сука, сдохнешь, бля! Ну жучка, ты за что? Меня, блядь, 150-й терроризировал, теперь месть, блядь. Весь их в рот. Это, короче, надо зиплайн кидать. Сейчас, сейчас будет, сейчас будет. А, вот, кстати, выход. Я только баррика достал. Классно. Жаба! А, это не жаба. Это, блядь. Блядь, он так на жабу был похож вообще. Кто нахуй? Кто, блядь? Где? Сука, блядь. Сука, блядь. Да я уже в сторонке подожду. Лишь бы змея подыхала. Да? Ты шлюк. Ох ты, я кого-то хорошо всадил, пацаны. Сорян. Так, ну что, наверх. Блин, я думал, сложнее будет. Я уже так настроился, да, знаешь, типа. Из-за того, как мы тогда ходили. Ну, видимо, да, сыграло роль вот это, то, что мы друг друга не глушили, потому что там вообще жопа была из-за этого. А я знаю, в чем была суть. Не, да, да. На меня была кость. Бинго! Костя принесет удачу. Так, 30 из 100, 30 из 100. Выпускаем? Надо начинать. Да. Да, пускай. Ну что? Ну, удачи. Ой. Нам сдохнуть. Удачи нам сдохнуть? Не, наоборот, не сдохнуть. Ура! На смерть! Готовит электричество. Ай, блядь! Сбиваю, пофиг. Ой, меня сбило. Стреляем. А, блядь, они иди! Блядь! Ай, твою мать! Монаги же тоже не могут. Сломалось. Где? Блядь! Что? Что? Вон выходит. Тебя сбило. И все похоже. Да. Тебя тоже убил? Да. Ну, удачи нам не сдохнуть, живку не потерять. И так, если кто-то умрет, трупики, наверное, сумки не паниковать, лучше не собирать. Потом запустим, да, гамму и соберем. Ой-ой-ой.